Spotlight 2. Student's Book. Exercise 3, page 29. Sing and do. For you to see, red and yellow, green and blue, lots of colors for me and you. In my tree, there are lots of things for you to see. A table, chair, and a bed you see, and a radar for you and me. Итак, начинается новый урок, страничка 28, упражнение 1. Page 28, exercise 1. Угадай, что изображено на картинках, и скажи, используя образец. Давай сначала тут просто предметы назовем, которые у нас изображены на картинках, а потом уже по образцу скажем, что они тут от нас хотят. Итак, picture number 1, первая картинка, да? Что это у нас такое? What is it? Что это? Chair. Да, стул. Chair, стул. Picture number 2. Что это такое у нас? Это стол, да? Помним, как будет стол? Table. Table, да? Опять же, язычок за задние зубки. Table. Picture number 3, да? Картинка номер 3. Что это такое у нас? What is it? Что это? Bed. Кровать. Bad. Мы с тобой только что просто называли предметы, да? А теперь давай с тобой скажем, это стул, это стол, это кровать, да? Итак, первое, да? Говорим, это стул. И по образцу. It's a chair, да? Это стул. It's a chair. Так, второе у нас был с тобой стол. Table. Говорим, это стол. It's a table. It's a table. Number three. Это у нас с тобой кровать. Bed. Давай с тобой скажем, это кровать. It's a bed. Молодец. Page 28. Exercise 2. Страничка 28. Упражнение 2. Посмотри на картинку, прочитай слова и выбери правильный ответ. Да, то есть у нас с тобой, смотри, везде дано по два слова. Здесь, здесь, здесь и здесь. И нам с тобой нужно выбрать одно правильное. Давай вместе с тобой сначала прочитаем, переведем, выберем то, что нам нужно. Tree, tree, table, table, tree. Помним, что это у нас такое? Tree house. Домик на дереве, то есть tree – это дерево. Table – стол. Что выбираем? Конечно же, стол. Обводим его, да? Table. Окей, давай теперь сюда переходим. Radio. Radio. Rabbit. Rabbit. Radio – это у нас радио, понятно, очень похоже на русское слово, да, похоже? Rabbit. Кролик. Это что, кролик? Нет, конечно, это же радио. Значит, выбираем радио. Так, следующее у нас с тобой словечки. Bed. Box. Bed. Это у нас кровать. Box. Коробка. А это что у нас с тобой? Конечно, кровать. Выбираем bed. Кровать. И последнее. Chair. Да? Chair. Cheese. Chair.
стул, чиз, сыр. Да? Обычно, когда фотографию хотят сделать, говорят, скажите чиз. Потому что губы у нас с тобой расплываются в улыбке, когда мы говорим слово чиз. Попробуй. Чиз. Да? Ты улыбаешься, вот как раз в этот момент и фотографируют обычно. Окей, значит, здесь у нас с тобой был стул. Chair. Выбираем chair. Переходим ко следующей страничке. Page 29. Exercise 3. Страничка 29. Упражнение 3. Спой песенку, сопровождая ее движениями. Давай сначала послушаем, как нам ее споют, а потом с тобой вместе прочитаем и переведем. Sing and do. Давай теперь с тобой вместе прочитаем. In my tree house, in my tree, there are, можно вместе читать, there are lots of colors for you to see. Red and yellow, green and blue, lots of colors for me and you. Окей. Давай теперь перейдем. In my tree house, в моем домике на дереве. In my tree, на моем дереве. There are lots of colors, есть множество цветов. For you to see, которых ты можешь увидеть. Red and yellow, красный и желтый. Green and blue, зеленый и синий. Lots of colors for me and you. Множество цветов для меня и для тебя. Следующий куплет песенки. In my tree house, in my tree, there are lots, или можно вместе опять читать слитно, there are, или there are, да, либо так можешь читать. Лучше читать все два слова как одно. There are lots of things. Вот они у нас, th, да, читаются как s межзубные, вот эти вот две буквки. С, поставь язычок между зубами. С, things for you to see. A table, a chair, and a bed you see. And a radio for you and me. Okay, let's translate. Давай переведем теперь. Let's translate. In my treehouse. Опять же повторяется, как и здесь. В моем домике на дереве. На моем дереве, да? In my tree, на моем дереве. There are lots of things. Есть множество вещей, которые ты можешь видеть, for you to see, да, которые ты можешь увидеть. A table, что это у нас? Правильно, стол. A chair, помнишь? Стул. And a bed, и кровать, you see, ты видишь, да? And a radio, и радио, for you and me, для тебя и меня. Да, то есть что у нас получилось? Стол. Стул и кровать ты видишь. И радио для тебя и для меня. Молодец.
workbook, рабочую тетрадку нашу открываем, страничка 15, page 15, exercise 3, read and color, прочитай и раскрась. Да, нужно стало прочитать, перевести и раскрасить нужные цвета. Да? Давай с тобой прочитаем, переведем, а раскрасишь ты уже сам или сама. A yellow chair. A yellow chair. Желтый стул. Окей, на бутыл. A blue table. A blue table. Синий стол. Number three. A red bed. A red bed. Красная кровать. Number four. A green radio. A green radio. Зеленое радио. Okay. Exercise number four, page 15. Да, упражнение номер 4, страничка 15. Look, read and complete. Посмотри, прочитай и заполни. Что нам нужно тут с тобой сделать? У нас даны предметы, вот они, bed, chair, table, radio. И нам, соответственно, нужно с тобой вот сюда вписать, какого же они цвета. То есть, например, bed, кровать, какая она у нас с тобой? Что это за цвет? Правильно, blue, синий. Мы пишем a blue bed. И все остальное проделываем с остальными предметами. Желаю тебе удачи в выполнении. Exercise 3, page 29. Sing and do. For you to see, red and yellow, green and blue, lots of colors for me and you. In my tree, there are lots of things for you to see. A table, chair, and a bed you see, and a radar for you and me.